Здесь палочки ватные. И вот показано намочить. Не болтается, а это. Ай! У Каролины кризис. Мама не хочет идти в школу. Был кризис, так что не надо. Че пришел. Да, под мышками. Тебе что, новый гардероб нужен полностью? Да, еще. Вот еще. Всем привет! Мы сейчас пришли со школы и будем снимать для вас влог. Мама для нас готовит кушать. Я, наверное, пойду переоденусь, мама, потому что мне все время вот эти вот штучки сдирали мою эту. Так, ай-яй-яй, она у тебя слезла. Ничего себе. Она отваливается сама? Нет, или ты ее так задеваешь? С этим вот. А может быть, когда ты ходишь в школу, тебе нужно пластырь надевать? Она у тебя прям болтается. Не болтается, а это. Ай! Так, вот такой вот бутылечек. С жидкостью, с раствором, с каким-то. И здесь палочки ватные. И вот показано намочить. И на бородавку. Вот и все. Раз в неделю. Мне кажется, только в Швейцарии такое продается. Может быть, что-то похожее найдете, кому надо. Что у нас тут за музыканты такие? А сделают это ту-ду-ду. Вау, круто! Обедаем. Кариночка, садись кушать, пожалуйста. Папа приехал, по делам ездил. Кстати, он на этой неделе дома у нас. У него отпуск на неделю. Неделя была в августе и неделя в сентябре. Каролиночка, садись, пожалуйста. Целую неделю не будет идти. Ну да, вот с понедельника и до следующего понедельника дома. А мне сказал, только сегодня у него. Нет. У Каролины кризис. Мама не хочет идти в школу. У тебя тоже был кризис, так что не надо. Ты тоже так же плакала, на полу валялась. Помнишь? Угу. Было такое же у тебя. Полиция придет тебя заберет, теперь же Каролина такое говоришь. Ну, если ты не пойдешь в школу, приедет полиция и заберет тебя в наручниках. Каролина не хочет учить немецкий. Проблемы у нее с немецким. Смотрите на этого зайца. Ну-ка, сейчас она его... Давай. Опа! Ну-ка, еще выше давай. Опа! Почему вы не доели? Потому что не влезает. Не влезает. Сейчас затолкаю. Затолкаешь потом, все потом открыто. Чуть не подавилась. Маргарита, тебе не жалко? Ой, не жалко. Я говорю, тебе не жарко будет в этих штанах? Нет, чего не будет, дождь пойдет. А, после обеда дождик да будет. А, кстати, пришли твои эти Adidas'ы для спорта. Да? Для спорта как я и для спорта заказывала обувь, потому что ей маленькая, все. Макс, мы с папой. Пошли уже быстрее. Все, бегом быстрее. Пока. А Каролина? Папа поведет Каролину. А. Что ты делаешь? Домашнее задание? Да. И что надо? Наклеить ручки? А что это значит? 3 пальца, 4 пальца? Что это значит? Сколько вещей тут? Сколько ведров тут? А, сколько ведер? Да. Там 1, 2, 3. А, сколько кошечек, сколько овечек, сколько деревьев. А там 3. Наклеить пальчики. 3.
Ты посчитала? Угу. Обстригли наш кустик. Он вот так зарос за это время. Вот. Веточки. И газон тоже наполовину. Наполовину газончик подстригли. Вонь. И мы там закрыли деревяшками опять. Чтобы она не убегала, посмотрим. Куда? Она за курочкой пошла. Ты за курочкой, да? Она еще умудрилась у нас вот здесь вот убегать. Здесь вот щель была большая. И она отсюда тоже убегала. Через кустики раз, два, и все, и на улице. Это мои ромашки растут, никак не зацветут. Ромашечки. И тут распустился цветочек. И вот какой-то тоже будет желтенький. На подсолнух похож. Вот. Так, сейчас надо это все убрать. Порядок навести. Пакетик пришел. А здесь три, а на фотке были только два. Нет, три было. Э? Три липучки было, да. Решила на липучки взять. Она мне говорит, мама, на липучки же детские. Нет, не детские. Нет, это не из-за того, что ты не умеешь завязывать. Просто так легче. Раз, расстегнула, надела, заклеила и все, и пошла. Надолго тебе не хватает обуви. Нормально? Да. Ну, замечательно. Не маленькие? Нет. Удобно? Да. Удобно? Да. Как раз тебе под штаны подходят розовые. Розовые полоски. Да, сильно так не натягивай. А то они что-то как-то... Угу. Все. Ну, все. У нас здесь салон красоты. Вонь, ты не перестаешь линять. Часов. Ну вот такая. Особенно вот. По ходу. Там. Вот у нее очень сильно лезет хвост, да? Чтобы она вот так. Смотри, вот я ее взяла и уже шерсть вылетела у нее. Пузико осторожно, потому что чтобы больно не было. У нее там не так много шерсти, она не так сильно лезет, но все равно. Вот здесь. Да, под мышками. Больно, больно, больно. Не нравится ей. Нет, там не дают хаха. А ты в школе делаешь, да? Нет. Нет? Сегодня, в этой неделе вообще нету. Вообще потому нет? Потому что у нас будет два теста, можно учить. А, понятно. Ну все. Бонечка, ты моя красавица. Сидеть. Вот, смотрите, вычислили. Что делать? Макс, левантатэ. Бонь, все, свободно. Смотри, у вас прям цвет волос одинаковый. Ну-ка, повернись в ту сторону. Смотрите, у них волосы, цвет волос одинаковый с Бонни. Прям один цвет. Обалдеть. Это моя доченька. Доченька твоя. Посмотрите, какие тучи летят. Обалдеть. Сейчас дождик пойдет. Прям черные-черные. И гром гремит. Но Маргарита занимается. Тренируешься? Понятно. Сейчас дождь пойдет. Бонни продырявила крабика. Да. Вот. Ну что это за собака такая? Вот. Не дам. Все наши надувашки. Вовика тоже не дам. Ну-ка сюда. На. Мы уже достаем теплое одеяло, потому что у нас прохладно. Одеялки мне тоже нужно достать уже. И детям тоже. Кстати, тут еще какие-то остались. Надо все достать. Здесь да, это Макс и Каролина. Достань. Достанем. Ой. Все? Да, вроде. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Да, тебе правильно. Цифры учить надо? Угу, это по французскому это. Угу. А, это дни недели.
Нужно перебрать все вещи, которые ты уже носить не будешь, которые тебе вот маленькие. Вот у меня 100% уже маленькие. Ну 100%. Да. 100%. Сразу убирать, чтобы место не занимало. Вот эти мне тоже уже маленькие. Тоже уже 100%. Точно? Да, они мне вот отсюда. Низкие, да? Даже не могу их нормально одеть. Так, эти ботинки, вот это джоггинги. Вот это вот еще джинсы. Нет, это ты носишь еще. Вот это мне, наверное, маленькая, которая мне реально подходит. Спортивные штаны? Спортивные. Да, скорее всего, маленькие. Тебе что, новый гардероб нужен полностью? Дальше. Вот еще лосины. Надеюсь, они у меня не маленькие. Они такие красивые. Это какие? А, с коленочками такими. Угу. Тебя кто спать уложил? А? Тима, хорошая. Все, ушла. Давайте, все, ложимся спать. Нет, я хочу, папа. Нет, папа поздно придет. Пошли. Потому что. По делам поехал. Очень поздно. Да, очень поздно, поэтому. Поэтому тебе завтра рано вставать. Да. Да. Когда ты будешь спать, он приедет. Все, пойдемте, выключаем. Все, спокойной ночи всем, пока. Мы идем спать. Пока-пока. Все, пока. Пока. Спокойной ночи.